Для автоматической расстановки переноса в программе Microsoft Word сначала нам необходимо поставить правильный язык нашему тексту. И если стоит галочка «Не проверить правописание», убрать эту галочку. Переходим в вкладку «Разметка страницы», «Расстановка переносов», «Авто». В этом случае Word сам расставляет переносы в соответствии с теми словарями, которые у него есть. Если же нас не устраивает та расстановка переносов, которую определил Word, мы можем ставить ручную расстановку переносов. Для этого переходим опять же в эту вкладку «Разметка страницы», «Расстановка переносов», нажимаем кнопочку «Вручную». В этом случае Word предлагает варианты переноса слова, причем это слово разделено на две части вертикальной полоской. Слева это возможные переносы, справа это переносы, которые нам недоступны. Это вычисляется путем подбора длины строки. Для того, чтобы задействовать нужный нам перенос, становимся на нужный нам перенос, нажимаем ОК. И перенос, как вы видите, применяется к этому слову. Для переноса существует всего лишь 4 параметра. Автоматический перенос, перенос в словах из прописанных букв, отступы и максимальное количество последовательных переносов. Последний параметр – это сколько строк будут содержать переносы. В этом параметре мы поставили двойку. В результате у нас получается, первая, вторая строка перенеслась. На третьей строке нужно было сделать перенос, но слово перенеслось целиком.